строили отдобные деревья, но они были в смысле произвольны, зависимости от того или иного варианта. Как у нас список вяжемый, список смежных для данных. У нас могло получаться то или иное дерево. Вот. И они, естественно, что этих деревьев достаточно много могут быть одного и того же графа. Единственный вариант, когда оно только одно, это если исходно связанный граф является деревом. Тогда без вариантов у него одно основное дерево. Он сам. Минимальным основным деревом называется... Какая лекция? Минимальное дерево. Четвертое. Пятое. Какая лекция, Маша? Скажите, у меня пошел пятый. Связанного графа, естественно, да, потому что основное дерево мы только для связанного графа можем сделать. Это основное дерево минимального суммарного веса. Основное дерево минимального суммарного веса. Вопрос, как его найти. Если бы мы собирали все столбные деревья, да, ну понятно, что полупереборные. Но еще вопрос, как их правильно перебирать, как строить столбные деревья. То есть мы берем все под множество ребер, да, можно, конечно, так сделать, взять и рассмотреть всевозможные под множество ребер, да, все подграфы, и среди этих подграфов выделить те, которые являются столбными деревьями. То есть они по-прежнему связаны, да? В общем, возни много, и есть алгоритмы, которые решают это существенно проще. Значит, два алгоритма есть. Это алгоритм Прима и алгоритм Краскала. Подход, в принципе, общий. А ребра графа добавляются по одному. При этом эти ребра, выбранные ребра, составляют часть минимального основного дерева. То есть мы это дерево строим постепенно, добавляя по одному ребру. Итак, давайте с вами алгоритм. Ну, естественно, что продолжается до тех пор, пока для n вершин у нас не будет n минус 1 ребра. Пока мы не подключили все вершины. Как только n минус 1 ребро у нас есть, у нас алгоритм закончен. Понятно? Значит, подход следующий. Алгоритм Краскала. Берем единый список ребер и упорядочиваем все ребра по неубыванию веса, ну, по возрастанию. Так? Значит, первое. Упорядочиваем все ребра по возрастанию, ну, если строго, то по неубыванию. Строго говоря, не бывает, как раз не строго, да? По возрастанию веса, не убывание. Дальше у нас каркас, заготовка дерева увеличивается ребром. Ребра перебираются от ребер с меньшим весом к большему. И очередное ребро, да, далее циклически, да, добавляем ребро к каркасу, да, с наименьшим, то есть от меньших к большим, да, по порядку. Ребро по порядку к каркасу. Естественно, что вершины добавляются вместе с ребром. Да? Так вот, ну или можно даже просто сами ребра просто хранить и все. Да? Ребро добавляем, добавляем и добавляем. Если оно не образует с уже имеющимися ранее ребрами.
я их дам в сравнении. Нет, я еще буду его писать. Ну, можно сделать как бы вот напополам. Разделить, отвечать страничку. Вот. Можно просто одну страничку, вторую, потому что там на страничку в текст выйдет. Можно просто на вторую страничку. А? Строк. Сейчас скажу. Ну, не больше 20. 15-20 строк, реализация. Ну, сейчас посмотрим, я, может, его немножко модифицирую. Ну, не больше 15-20. Раскал, прим, соответственно, будет... Какие у нас мальчики могут? Ну, того же порядка. Он говорит, чтобы я завидовал, будет просто, чтобы мог сослушать. Да, прима... Я тоже считаю, что они молодцы. Немножко похож на алгоритм. Это что некоторые? Что? В нем есть множество уже использованных или покрашенных то, что мальчики 51-14. Множество присоединенных, собственно, к основному дереву, каркасу. Начинается с произвольной вершины. Почему мы можем начать с произвольной вершины? Потому что в основное дерево войдут все вершины. Поэтому выбираем произвольную вершину. Одну любую вершину. Далее. Среди ребер, которые выходят из этой вершины. А, да, давайте вот так вот скажем. Стоп, не торопимся. Чтобы был пункт 1, который вот стартовый, да? А потом пункт 2 циклический, чтобы похоже было. Выбрала одну вершину, она и есть у меня каркас, ну или заготовка дерева, да? Определение дерева для нее годится, да? Она одна вершина содержит, да, ноль ребер, да, связанный граф из одной вершины. Да? Одна вершина дерева. Прекрасно. А дальше добавляем к каркасу ребро минимального веса. Среди ребер, которые не ведут к использованным покрашенным вершинам, да, среди смежных ребер. Давайте так, там смежных неправильно. Ребра не смежная вершина, а инцидент. Среди ребер инцидентных вершинам каркаса или так, какой-либо, инцидентных какой-либо вершине каркаса, то есть покрашенной и не покрашенной, да, и вершине не из каркаса. Чем этот алгоритм отличается? В алгоритмах Раскала у нас есть единый список ребер. Да? У нас эти ребра добавляются, пока они там добавляем, если цикл не образуется, мы его добавляем. Да? И всегда мы выбираем ребро с наименьшим весом. Да? Из этого у нас получится... Да, кстати, у них у обоих алгоритмов есть нечто похожее. А именно, они оба жадные алгоритмы. То есть они пытаются хватать. В чем
суть жадного алгоритма? Да, мы как бы пытаемся наилучший сразу схватить, да, по какому-то принципу. Раз. Только здесь подход отличается. Здесь мы выхватываем наилучшее ребро, которое имеет минимальный вес. Но у нас нет связности изначально. Связности изначально нет. Но поскольку мы очередное ребро берем, которое не образует цикл, то у нас связность возникнет в самый последний в каком-то смысле момент. Да, вот в последний момент, когда мы добавим последнее ребро, у нас раз, возникнет связность. Потому что мы добавили n минус одно ребро изначальной вершинки, да? Ну, правда, ребро изначально боролось. Вот, со своей двумя вершинами. Ну и поскольку у нас циклов нет, n минус одно ребро, то автоматически там n вершин, все вершины нет. Понятно? То есть, хотя здесь про вершины вообще не говорится, что мы берем какую-то вершину. Ребро берем, чтобы цикл только не образовывался. Здесь жадность другого характера. Я беру, все время поддерживаю связность. То есть у меня, допустим, есть какой-то, ну давайте сейчас какой-нибудь пример. Пример какой-нибудь. Возьмем графа. Значит, оставьте так, чтобы можно было текст написать. Я боюсь, что у меня может текст не поместиться. Я граф нарисую вот так. Отдельно. А, Б, С, Д, Е, Ф, Ж. Так. Е, Е. И Ф, Ж. Соответственно, 5, 7, 9, 8, 7, между С и Е ребро 5, 6, 8, 15, так, и 11, 9. Значит, выбираем изначально вершину, ну давайте, какую возьмем? Давайте караскалу сначала. У нас все ребра по возрастанию, я их сейчас выписывать не буду, просто потому что все видно, да? Какое ребро у нас имеет наименьший вес? Ребро АД, да? И ребро СЕ. Ну, любое можно выбрать. Добавляем вот ребро вместе с вершинами в каркас. Так? Следующее ребро по возрастанию. Единый список всех ребер, упорядоченный по весу. Второе ребро по весу. Вот это. Цикл не образует. Не образует, отлично, подходит. Следующее ребро по весу. Вот это. Цикл не образует, не образует. Следующее ребро по весу, ну и тут два одинаковых, в любом порядке прохожу. Цикл не образует, не образует. Цикл не образует, не образует. Сколько ребер я добавил? Недостаточно, да? Еще недостаточно пока. У нас есть одна вершина не охвачена. Раз, два, три, четыре, пять. Поскольку у меня вершин... Сколько у меня вершин? Семь, то у меня должно быть шесть ребер. На шести ребрах надо остановиться. Смотрим, какое у меня еще ребро, не образует при этом цикл. Да, вот мы берем вот это ребро, оно образует цикл. Да, вот это ребро, оно образует цикл. Значит, и следующее ребро по весу, которое... Да, это ребро цикл образует, а вот это ребро цикл не образует. Его добавляем. Понятно? То есть я их перебираю по единому списку. И у нас оно срослось сейчас окончательно. Да, все вершины включены, вот связаны, фактически в самом конце. Ну хотя вот перед этим, когда они соединились, чуть раньше произошло, но не суть важна.
Понятно, да, как? Теперь рассматриваем алгоритм Прима, от какой, например, от вершины дедовой. Здесь жадность наша заключается в том, что мы присоединяем, эта вершина покрашена, а мы сейчас присоединим какую-то из непокрашенных вершин. То есть не все ребра из этой будем искать, а те ребра, которые присоединяют непокрашенные. При этом среди них ищем ребра минимального веса. 6, 9, 5. Какой меньший вес? Вот это. Значит, я присоединяю вершину А, она тоже теперь покрашенная. И теперь у меня, соответственно, ребра, которые буду перебирать, это ребра инцидентные обеим. Какое ребро среди этих ребер имеет наименьший вес? Вот это ребро. Поэтому я добавляю его вместе с этой вершиной, и эта вершина покрашена. Среди этого множества покрашенных вершин ищу ребро минимального веса. 7, 9, 15, 8, 11. 7 минимальный вес имеет. Значит, вот это ребро добавляем. Красим. Опять для всех этих вершин просматриваем ребра, инцидентные этим вершинам, которые ведущие к непокрашенным вершинам. 8, 7, 15, 8, 11. 7. Это ребро. Среди ребер, которые отсюда, да, из этих вершин. У меня получается вот это ребро. Ведет к непокрашенной вершине и длина 5, да? Среди оставшихся ребер, которые ведут к непокрашенным вершинам, у нас вот сюда, да? Немножко непокрашенных вершин. У нас два ребра, из них мы выбираем меньшего веса и получаем минимальное столкновение. Понятно? Просто разный подход, а в принципе они оба жадные. Вот. И оба состоят в том, что мы этот каркас увеличиваем. Можно вопрос? А? Вопрос можно? А если бы там не был, не семерка была, вот да. Вторая семерка, а там, ну, десятка, например, и у нас бы осталось две восьмерки, то куда бы мы пошли? Ну, это ситуация, когда у нас возможно несколько минимальных автобусов. Все ясно. То есть в этом случае алгоритм находит одно из них. То есть такая ситуация, она же возможна. Ну да. Значит, возможно, да, алгоритм нам... Это как DXTRA, да, он выдает нам кратчайшие пути, да, но если у нас есть несколько кратчайших путей, то тут как повезет, а там ход, да, какой из них именно мы получим. Так, сейчас, что реализация. Реализация. Значит, с... Для метода Краскала я хочу оставить сейчас хранение графика в виде списка ребер. Понятно? Формат хранения для алгоритма Краскала будет сейчас список ребер. Не там списки смежности, а список ребер. Потому что он адекватен собственно нашему методу. Что мы делаем? Так, я сотру описание. Ты видел таблицу с баллами в биохимии? Видишь? У меня тоже 6. Да? Там 3 по 9. Для кор-графа это не работает. Это должен быть связанный, не ориентированный граф. 0. Авокадо, я поняла. Слышно. Итак, поехали. Считываю, соответственно, количество вершин и ребер. Да, кстати, мне тут по коду, который я пишу, мне преподаватели, тоже смотрят лекции, видят, что вы пишете. Замечание сказали.
Вот. Я стараюсь все учитывать, чтобы вас держать в курсе тоже. Поэтому не всем все сказали преподаватели на лабораторных, поэтому я произнесу. Я вот распечатывал массив при помощи, через пробел с переводом корректно. Вот так. Print, звездочка А. Ну вот пока этот массив имеет размер там 10-20, список имеет такой размер, это не имеет большого значения. Ну там обсуждение, конечно, такое по поводу производительности и все прочего. Да, конечно, Python в принципе не тот язык, где надо искать производительность. Но уж совсем узкие места, конечно, нельзя. Да? В принципе, я считаю так, если уж мы в принципе выводим массив на экран, если уж у нас это дебажный окладочный вывод есть, то, наверное, передача там вопрос по скорости не стоит. Так, потом надо, конечно, понимать, что вот это подразумевает. Вот. Вплоть до того, что сказали, что, может быть, и не стоит вам писать, а вместо этого написать print пробел точка join там map str a. Это эффективно. То есть по замерам времени самое эффективное это через join, через пробел. Но я вам скажу так, если вам нужно выводить массив, то вы тогда уж выводите так, либо через for, либо join. Вот. Но вот это вот я делаю замечательно. Да, это исключительно отладочный способ, вот быстренько раз, все распечатать через пробел прямой. Пока их мало. Если там уже 100, то вообще это уже для этого не предназначено. И для словарей это, кстати, тоже не работает. Если вы хотите параметры засовывать для словаря, именованные параметры, там две звездочки, и это тоже не надо. И еще было замечание к спискам, но, по-моему, я его говорил, что когда мы плюс равно делаем, вот так вот, плюс равно какого-то там элемента, то это ненормально, надо эпендить. Про это я говорил. Поэтому это неэффективно и неправильно идеологически. Ладно. Поехали. Считываем, собственно, edges. Edges. Значит, считываем их, ну, тупо. В каждой строке вершина, вершина, вес. Граф не ориентированный. Я их буду добавлять. Да, их один раз. Но добавлять я их буду, чтобы было легко произвести сортировку стандартным способом. Я первым буду добавлять вес. Потому что кортежи в этом списке будут сравниваться вначале по первому параметру, а уже потом по второму и при равных первому, второму по третьему. Меня вот это устроит. Когда я буду сюда добавлять, значит, что я сделаю? For i in range количество ребер in range m, что я делаю? А я, значит, вершина 1, вершина 2, v1, v2, weight, считываю. Ну, давайте здесь сделаем list map into split. List. Хотя, знаете, в этой ситуации, кстати, лист можно не использовать. Можно сразу map. Потом я написаю в кортеж и оперирую на объект map, он сразу развернется для того, чтобы сюда в этот кортеж положить значение. Мне не нужен список, если было а равно, я про это говорил на первом занятии, на повторении. Но в данном случае лист не обязательно. Знаете, почему? Map input. А закладываю я в список ребер так, чтобы edges dependent. Кортеж, двойная скобка, в начале вес, потом v1, v2. После этого ребра сортирую. Edges sort. Я воспользуюсь стандартной сортировкой. Дальше.
А для проверки того, что выбранные ребра не образовывают цикл, будем представлять граф как объединение нескольких компонент связок. Ну, вы видели, что он там из компонент связок. Пятая лекция сегодня. Изначально, пока мы не добавили ни одного ребра в алгоритмик рассказа, мы можем считать, что каждая вершина отдельная компонента связок. Каждая из них отдельная компонента. Вот. По мере добавления ребер компоненты связанности будут объединяться, пока не получится одна общая компонента связанности. Все компоненты связанности будем пронумеровывать, и для каждой вершины будем хранить номер ее компоненты связанности. Понятно? Для каждой вершины будем хранить ее номер. Изначально, поскольку у каждой вершины есть своя компонента, то у меня все будут у каждой от единички до n. Понятно? А затем, соответственно, когда у нас происходит объединение, да, очередного ребра, посмотрим номера компонент связанности, соответствующих концам ребра. Если номера не совпадают, то ребро соединяет две вершины, уже лежащие в одной компоненте связанности. Да, если совпадают. Поэтому добавление ребра образовывает цикл, ясно? Если ребро соединяет разные компоненты связанности, то ребро добавляется к части основного дерева, а две компоненты связанности объединяются вместе. Для этого можно перенумеровать либо А на Б, либо Б на А, не принципиально. Но мы будем хранить список, равный по длине N, в котором будет каждой вершине номер ее компонента написан. Они все раскрашены как бы разными цветами, да? На них свои номерки есть. Когда я ребро вставляю, я смотрю разные номерки компонент, разные цвета, разные. Значит, я этим ребром соединяю две компоненты. Да? И этот цикл не образует. Понятно? Вот. Ну и, соответственно, мне нужно этот список сделать. Я его назову компонент. Значит, а? Можешь слова сделать. В ситуации, когда у нас вершины проиндексированы, если мы будем рассматривать они, что тут имеют слова, да, названия, то имеется. Сейчас мы рассмотрим с индексированными. Поехали. Значит, это будет что у нас? По сути, e for i in range n. Но я могу просто list range n написать, да? Каждого. И будет собрано значение. Да? Понятно? Дальше. Так, сейчас. Мне требуется список ребер основного дерева. Да? Давайте назовем его 3. Давайте сразу параллельно сразу вычислять вес этого дерева, да? А его, как его назовем? Тут он называется answer. Давайте mean weight назовем его. Three weight. Теперь поехали. Цикл по всем ребрам. Цикл по всем ребрам. For. Значит, ребро у меня хранится как вес вершина 1, вершина 2. А? Вес. А! Ноль. Прошу прощения. Ну, понятное дело, что изначально у нас сейчас дерево не одного ребра. Итак, поехали. Для всех ребер weight запятая v1 запятая v2 in edges. Что мы делаем? С
Сравниваем цвета, ну, номера. Номера для V1 и V2. Если они не совпадают, то ребро берем. Если у меня компонента для вершины 1 не равна номеру компоненты для вершины 2, тогда делаем. Во-первых, прибавляем вес к минимальному весу, мы это ребро берем. Да? Значит, мы его добавляем к дереву. 3 эпенды. Кортеж, состоящий из вершины 1 и вершины 2. Я вес не добавляю, если что, мы всегда его можем взять. Можно добавить. Не принципиально. И three weight. Плюс равно weight. Вес добавим. Далее я перебираю и меняю все B на A. Все, ну короче говоря, в моем списке номеров компонент связанности я перебираю все вершины. И для каждой вершины, если ее комп от этой вершины будет равен комп от V1, комп от V2, то его заменить на комп от V1. Ну, тут произвольно, неважно, какой номер из них будет. Но главное, чтобы у меня не было этих двух разных номеров, был одинаковый. Понятно, чтобы они принадлежали к одной компоненте. То есть тут будет вложенный цикл, в котором я буду бежать все вершины. For I in range. N. Что я делаю? Если у меня компонента ита вершин равна номеру компонента V2, то я заменяю ее комп иту на V1. Собственно, все. Ну, к моменту окончания этого цикла. Так, сейчас, секундочку. А мне никакую остановку не требуется. Ну, просто сложность этого алгоритма m log m плюс n квадрат, так как алгоритм сначала сортирует все ребра, то есть m log m на сортировку, а потом ребра рассматриваются по одному. При этом n минус один раз производится объединение двух компонент связанности, что требует просмотра списка вершин. А что-то мне кажется, что m не может на это. Мне кажется, ошибочно. Тут выписано. Сейчас я посмотрю. Значит, смотрите, сортировка. Сортировка занимает О от логарифм m умножить на m. M логарифм m, количество ребер, да, на сортировку. Далее. Операции, если хранить систему не пересекающихся множеств. Там, в общем, можно оптимизировать. Обратная функция Кермана. А если для практических задач, в общем, можно О от Е умножить на логарифм
Ну, в общем, существует методика, которая это вот оставляет на вот этом уровне. Но у нас сейчас, вот здесь нет никакой оптимизации, поэтому у нас здесь получается умножить на n. m умножить на n, да? Плюс m умножить на n. Я сейчас никакой большей оптимизации не требую, сейчас главное понимание. Вот, если вы хотите это дело оптимизировать, то вперед. Так, у нас промежуточный звонок есть, нет? А где он? Еще не было? Должен быть. Сейчас? Да. Я чувствую, что он должен быть. Давайте сейчас сделаем звонок. Давайте. И через 5 минут продолжаем. Я расскажу, что это вершина 1 состоит, да? У каждой вершины своя компонента связана изначально. Как только мы добавляем ребро минимального веса, оно было вот это, по-моему, первое, да? У нас для А и Д, да, для А и Д нужно перекрасить либо ту, да? И мы пробежали с циклом по всем вершинам, везде, где было 3, проставили 0. Понятно? Логика этого комбо. Мы быстро узнаем о том, что у нас две вершины из разных компонент связанности. Благодаря этому массиву мы можем раз спросить, они из одной компоненты или нет. Название компонент не совпадает? Нет, не совпадает. Европа. Ясно? Вопрос есть еще? Добавляем очередное ребро. CE. 2 и 4. Неважно, какую из них мы сейчас выберем, какая из них там краем была, левым, какая правым, да? Неважно. Пробегаем, ищем везде, где 2 заменяем на 4. Все, у меня уменьшилось на одну компоненту связанности, да? Поняли? Логику или нет? Теперь, здесь у меня диск, это у меня будет массив, в котором тоже по индексу вершины И я смогу узнать, что вес ребра, которым можно присоединить эту вершину к каркасу. Минимальный вес ребра. То есть ее, может быть, эту вершину можно присоединить и так, и сяк, и абы как, но минимальный вес ребра я храню в диск И. Понятно? Которым можно присоединить вершину И к каркасу. Каркас. То есть уже покрашенный. Понятно? Максим. Молодец, Максим. Введем условную бесконечность. Ну, например, 10 в степени D. Условная бесконечность. Вначале в этот массив диск. Дистанции. Я загоню бесконечность для всех вершин n. Я буду сейчас считать все вершины считанными и хранящимися в матрице весовой. Весовая матрица. Так, и еще значит, в этой весовой матрице для вершин считывания нет, я формат сейчас выложу. Это уже прима, да? Да. А когда это? Не знаю. Я только что увидела. Ну, судя по тому, что я вижу, для вершин, которые не имеют общего ребра, инцидентного данным вершинам, вес указывается как бесконечность. Ну, то есть он больше условной бесконечности или равен. Понятно? То есть в весовой матрице возникает вопрос, а что там писать, если вершины в принципе не имеют ребра, которые их соединяют. Да? Вот в данном случае
отдельно матрица смежности от весовой не хранится, а то, что вершины не являются смежными, обозначается бесконечным весом ребра между ними. Ясно? Значит, еще один комментарий. Хранится у нас выгитое-житое. Это вес ребра. А можно попросить подобное весы, пожалуйста? Ну, у меня это поместится. Вольвитое-житое в квадрат. Это вес ребра и жить, да? Который у меня равен плюс бесконечность, если инф моя, да? Если и не смежно жи. Все, поехали. Вот матрица, весовой матрицы не пишет. Классический, как он был. Итак, поехали. Бесконечности для каждой вершины. То есть получается, что моя условная бесконечность инф умножить на n количество вершин. Для нулевой вершины, давайте нулевую выберем за ту, с которой стартанем. Соответственно, для нее дист нулевой равен нулю. И еще создадим множество присоединенных вершин. В данном примере предлагается использовать не как множество, а как список, в котором будет false или true для каждой вершинки. Вот. Ну, без, в чем плюс? То, что не используется при этом set, который сделан как хэш-таблица, там есть такие сложные. Сейчас считаем, что у нас все проиндексированные вершины. Да, у нас просто вот номер в массиве фактически, да, в хэш-таблицах. Там тоже такая примитивность, которая полное заполнение, только true, false, и все. Понятно? Изначально считаем, что все не покрашены. Use равно, можно посмотреть? Соответственно, список, в котором false n раз. False n раз. Так. Теперь минимальный вес. Дерево. Это список. Так, давайте точку запятой для сокращения количества. 3 weight. Равно нулю. Далее. Поехали. Поехали. Перебираем. Все вершины for I in range n. Ищем минимальный дистанцию, да, минимальное ребро, которым эту вершину можно добавить в каркас. Мин, d, значит, оно изначально будет равно у нас бесконечности. Затем я начинаю перебирать все вершины. J, range, n. Значит, первое. Если вершина G не покрашена, for G in range N, if not used квадратных скобках G, да, то есть для номера G там стоит false, она не покрашена, и при этом расстояние дист до этой вершины J меньше, чем мин D. В этом случае мы запоминаем,
на какой вершине это случилось и запоминаем этот минтер. Ну, как для классического поиска минимума. Сведение покрашенных вершин. Мин D равно дист для житой вершины. И запоминаем, где именно. U равно J. Нас U будет хранить, на какой вершине мы нашли кратчайшее ребро, которым можно присоединить. Теперь, собственно, ребро найдено. Да, вот к этому моменту ребро найдено. А именно оно у меня идет от этой утой вершины. Да? А вот здесь, прошу прощения, там где фора заканчивается. Я могу его добавить. Добавляем его к дереву. 3 append кортеж и запятая у. Ну и, собственно, можно его вес включить. Точка запятая, 3 way. Плюс равно вес от и у. А вот теперь, поскольку у меня вершинку у надо добавить к этому каркасу, да, ну я вот как бы в дерево включил, в вес дерева минимального струнного, посчитал вопрос, как теперь пересчитать массив дист для каждой вершины. Ведь с включением этой вершины изменились кратчайшие расстояния достижимости для всех вершин. Мне нужно перебрать список смежности этой вершины. Да? А, ну, кстати, да, я забыл еще покрасить ее. So used от U равно туш. Типа изначально. Так, кстати. По-моему, used от 0 надо было поставить U изначально. Там не написано, но я не вижу, почему не должно быть да. Вот здесь вот после того, как use определено, use от 0 равно true. Она же не должна быть второй раз включена. Так. И пересчитываем, соответственно, дист. Поехали. Значит, я добавляю, перебираю все вершины. Ну, поскольку сейчас у меня матрица, весовая матрица, ну, как логично, как матрица смежности, то список смежности буду перебирать сейчас длинным образом, перебирая все вершины. Никакой оптимизации сейчас тут нет. Она может быть включена, если я буду хранить списки смежности. Сейчас не трогаем, да, вот как есть, так и так есть. Так. Перебираем все вершины, смежные вершине U. For V in range N. For V in range N. Что я делаю? Я в расстоянии минимальное до вершины V кладу минимум из старого расстояния, ну, короче, я его обновляю, оно либо равно старому минимуму, либо присоединяется ребром УВ, да, то есть вот это ребро УВ для вершины. Если его нет, то тут будет вот эта вот матрица весовая, как я и сказал, равна плюс бесконечности, вот это инф. Да, V от U. V предполагается, что вся весовая матрица здесь заполнена. Значит, сразу скажу, вот здесь можно сделать оптимизацию, потому что здесь идет лишнее домножение на N, когда можно было сделать среднее количество, пропорционально среднему количеству ребер у вершин. Итого, в данном алгоритме получается
какая симптома? Ну, то, что у нас дважды внутри пробегается for j в range n, for v в range n, это не принципиально, дважды n, оно в принципе все равно от n. Да? И все это n раз. То есть у меня получается этот алгоритм в данной реализации o от n квадрат. Вот n квадрат. Значит, его можно при помощи set или при помощи кучи для разреженного графа можно ускорить до O от m плюс n умножить на логарифм n. M плюс n умножить на логарифм n. Можно ускорить до вот этого. Так, с этим пока все понятно? Так, ну что ж, два алгоритма мы с вами одолели. Значит, двигаемся дальше. Двигаемся дальше. У нас на сегодня остался алгоритм построения гамильтонова цикла. Это плавный переход к следующему занятию. Иногда бывает алгоритм невозможно. Не существует алгоритма, которая работает за квадратичное хотя бы время, за кубическое время. Красиво. Когда у нас алгоритм требует полного перегрузки. Про какие алгоритмы мы будем говорить еще в следующий раз. Сегодня я из них расскажу, собственно, алгоритм построения гамильтонова цикла. Итак. Определение. Гамильтонов цикл. Гамильтоновым циклом в графе называют цикл. Гамильтонов цикл. Это цикл, проходящий через все вершины по одному разу. Можно определить понятие гамильтонова пути. Гамильтонов путь – это путь, проходящий через все вершины по одному разу. Путь. Дальше все то же самое. Но смысл в том, что цикл, там есть ребро, которое замыкает последнюю вершину с первой, да, а здесь… путешествие по додекаэдру. То есть, если мы возьмем додекаэдр как граф, то у нас возникает вопрос, можно ли пропутешествовать по додекаэдру так, чтобы ни один город, ни одну вершину не посетить два раза. А? Я сейчас просматриваю, как это интересно. Но, по-моему, в отличие от Эйлера, да, а у Эйлера там все то же самое, только там ребра, да, по одному разу посетить. Да. Так вот, Гамильтону повезло. Значит, можно показать линеаризованный граф. Вот, додекаэдр является плоским графом, его можно изобразить без самопересечений.
на плоскость. Вот. И нарисовать этот вот. Ну, я сейчас не подключался, я не могу вывести, перерисовывать. Нам некогда, время кончается. Значит, в общем, додекаэдр является гамильтоновым графом, в нем можно построить гамильтонов цикл. Так вот, на данный момент неизвестно алгоритмов, которые позволяют проверить гамильтоновость графа и построить гамильтонов цикл. Понятно? Соответственно, переборное решение имеет сложность порядка O от N. То есть на данный момент эта задача считается NP сложной. NP сложная задача. Это значит, что не существует никакого алгоритма, кроме алгоритма грубой силы, полного перебора. Когда мы перебираем всевозможные вообще варианты решений и просто один из них, вот мы проверяем, он ответ да, он ответ нет, он ответ нет, он ответ да. И вот мы таким образом можем найти, собственно, ответ. Понятно? То есть и его сложность, поскольку у меня всевозможное количество путей, оно n факториал. А почему? Почему это так? Да потому что путь потенциальным путем, представьте себе, что у меня все вершины, они вот так пронумерованы. 1, 2, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Да? Ну сколько здесь там? Так вот, если у меня есть такие ребра, как 0, 1, 1, 2, 2, 3, да, если такие ребра есть, то это путь. Да? Последовательность вершин. Ответом для гамильтонова цикла является последовательность вершин, ну, в которой эта вершина первая будет последней. Поэтому я ее вырисую. Да? Правда? Последовательность вершин при исследовании по гамильтоновому пути. Ни одна не повторяется два раза. При этом каждая вершина входит. Значит, граф не гамильтонов. Так? То есть, что мне нужно сделать? Мне нужно рассмотреть всевозможные перестановки. Мы их делали в прошлом семестре. Помните? Всевозможные перестановки чисел от 0 до n минус 1. Как их проще всего делать? Рекуррентно. Сейчас как видим. Так, мы запускаем функцию рекуррентную, которая нам генерирует, она префикс, он прибавляет очередное число, если его там еще не было. И в конце этой рекурсии мы что делаем? Проверяем. Мы можем обрубать эту рекурсию раньше, если добавляемая вершина, мы пытаемся сюда вставить очередную вершину к префиксу, да? А у нас ребра такого нет. Это позволяет нам немножко ускорить, да, но в случае, если у нас граф полно, как бы называется, по-моему, полносвязанный, да, когда у нас каждой вершины с каждой есть ребра. Плотный граф. Плот, да? Начинается. Плотный называется, да? Плотный граф, когда у нас от каждой вершины каждое есть ребро, тогда вообще никак не ускорить. Это чистый факториал. Так, ладно, значит, давайте я вам напоминает алгоритм поиска в глубину. А, для перебора можно использовать разобранный алгоритм перебора с возвратом. Спасибо. Это я хотела сделать вообще. Может, и сделать. Перенумеровать вершины в графе, нумератор, там представляет перестановками. Ты знаешь, что это кафедра квантов производит эти карточки? Ну все. Для перебора перестановок. Что за для метро всякие? С микрочипами. Так это не для метро. А это в целом. Вместо лекции будет ваш разговор про карточки. Ну это интереснее, чем лекция. Единственное, главное отличие в том, что если из какой-то причины не удается продолжить путь дальше, то алгоритм возвращается к предыдущей вершине. При этом покинутая вершина перекрашивается, снимается отметка о том, что эта вершина была посещена ранее. То есть, ну, как бы с возвратить. Поэтому этот алгоритм может вернуться в эту вершину еще раз, уже по другому пути, даже обязан это сделать, если в графе существует гамильтонов путь. Так, ну, сейчас попробуем. Мы пойдем через улицу или через не улицу? Как скажешь, кажется. Не все. Главное не опоздать.
Богом. Осталось 4 минуты. Кому надо бежать, можете бежать заранее. Я так понимаю, что у нас сейчас 4 минуты, да? Да. Ну, я быстренько постараюсь. Давайте. Поехали. Пиши. Что мы сейчас тут делаем? Что там? Дайте гуманитарный путь. Макс, что мы сейчас ищем? Гуманитарный цикл, гуманитарный путь? Какая задача алгоритма? Гуманитарного путь не существует. Гуманитарного цикла в графике. Как с этим зерем? Визитер. То есть, опять же, индексированные вершины. False для N вершин. Дальше путь. Это у меня будет список ребер. Вначале пустой. Значит, дальше я завожу функцию dev_hamilton. Значит, которая будет от текущей вершины в car. Значит, дальше. Я добавляю первое. Я добавляю эту вершину к пути. Значит, путь у меня сейчас это список вершин, а не ребер. Там единичка. И при
эта вершина next не посещена and not visited. Беда, не вижу. Чего? Not visited от next. Двоеточие. Вот тогда мы, если можно построить гамильтонов цикл. А ты куда? Значит, продолжая с вершины next. Так, Мария, вы слишком громко разговариваете. Нет. То return true. Все, как только я найду такую ситуацию, что удалось, то ура. Гамильтонов цикл есть, я сразу прекращаю, да? И, то есть получится, что как только true вернется, то у меня сразу пойдет обратный код. Понятно? То есть просто тупо они все будут, эти гамильтоны, вызвавшие друг друга по цепочке, они все будут выходить в этом месте. Опа, гамильтон, то есть из крайнего случая пришел return true, замкнулся гамильтонов цикл. Все. Return true, return true, return true. И в конце return true, а path остался тем самым, который был в крайнем случае. Да, который содержит итоговый список вершин, образующих гамильтонов цикл. Если же я добежал до конца этого цикла for и не случился return true, то что я говорю? Ну, может быть, тогда просто эта вершинка, которая сейчас добавлена была, вот там вот самая кара, ну, от нее нельзя гамильтонов цикл. Значит, вынимаем из пути, убираем с нее визиты. Как клянешь, интересно. Для кара равно false, убрали. И что мы пишем еще? Вынимаем ее из пути. Path.pop с конца пути ее выдернули. И return false с этой начальным путем. Настроить гамильтонов цикл нельзя. Понятно? Да-да. Более эффективно, можно по-другому его написать, но все равно выйдет асимптотика от этого факториала. Про такие еще две задачи я сейчас расскажу, которые лучше не решаются, чем вот это. На этом сегодня все. Спасибо.